Два дебютанта. Фаридун. Атина! В поражениях и его стиль ударная техника. Иран Хирис Амид Норхи! Из Масчоха, Таджикистан! Фаридун! Терминатор! Атина! Друзья, кому не сложно, поставьте лайк для продвижения видео. Очень надо. Заранее огромное вам спасибо. Итак, знакомьтесь, боец Синемагу. Fighting out of the pool corner. Ему 28 лет, рост 180 сантиметров, вес 93 килограмма ровно. Профессиональный рекорд 4 победы при 3 поражениях и его стиль ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 28 years old. He stands 180 centimeters tall, official weight 93 kilograms even. As a striker with professional record 4 victories and 3 defeats, representing Tehran, Iran, here is Amid Norhi. Его соперник в красном углу. Fighting out of the red corner. Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 93 килограмма ровно. Профессиональный рекорд 14 побед, 2 поражения при 2 ничьих. И его стиль также ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 30 years old, standing 180 centimeters tall, official weight 93 kilograms even. With professional record 14 victories, 2 defeats and 2 draws. He's a striker! Is Масчоха, Таджикистан! Фаридун, Терминатор! Атилов! Рефери Максим Протасов. Амин Нуриев, Фаридун Адилов. Прямо сейчас Лига Эсии. Два дебютанта. Фаридун одновременно чувствует невероятную поддержку трибун. И видно, что немножко эмоционально напряжен перед этим самым дебютом. Очень заряжен. Да, как раз психологический момент здесь важен. Давно не выступал Фаридун Адилов. Как вы могли заметить, рост, размах примерно одинаковый спортсменов, но, конечно, у Адилова опыта куда больше. Он очень аккуратно начинает эту встречу. Амин Нури сразу готов работать вторым номером. Он будет искать свою контратаку, он все-таки ударник. Мидл-кик не получается. Да, первое техническое действие от иранца. Фаридун, соответственно, опять же готовит. Он медленно раскручивается поединка. И у нас этот бой проходит в категории до 93 килограммов. И пока не ясно, в этом ли весе продолжит выступать Фаридун в Лиге Эсии, или же все-таки вернется в свой родной дивизион до 84 килограммов. На 6 боев подписан сейчас контракт. И не забываем про то, что гран-при в этом весе, я имею в виду вес до 84 килограммов, конечно же, будет в 2023 году. Да, причем любопытно, Фаридун же, по сути, сейчас сам себя и проверяет. А могу ли я в полутяжа? Или все-таки нужно в среднюю весовую категорию? Как я двигаюсь, как дышу? Было бы остро, но без точных попаданий. Что здесь в борьбе? Ногу зацепил. Берет корпус Фаридун, забирает спину. Стаскивает. Ищет прием. И, возможно, гильотина. Смотрим. Эдуард Вартанян так душил своего оппонента. Алену Илунгу, кстати. Пошло движение там через руку. Ну что, сдается или нет, Амин Нури? Нет, пока не получается. Попытка номер два. Две ноги уже там, где нужно. Все. Все. Досрочная победа Фаридуна Адилова. Не стал он наносить большое количество ударов по Амину Нури. И выигрывает досрочно. Красивый, яркий дебют Адилова в Лиге ACA. И посмотрите, там есть кровотечение в районе правого глаза у Адилова. Все-таки где-то он эту травму небольшую получил. Да, Фаридун Адилов — это человек, который появился в Лиге ACA не случайно. У него, конечно же, будут титульные притязания. Но до этих боев еще нужно дорасти. Говорит Расул Гассанов, чемпионит в среднем весе.
Муслим Магомедов чемпионит в полутяжелом весе. И эти парни являются доминирующими в своих весовых категориях однозначно. Дамы и господа, время остановки боя — минута и 48 секунд самого первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time, 1 minute and 48 seconds of the first round. Удушающим приемом гильотина победу одержал, and your winner by submission victory, Guillotine Choke, Фаридун Терминатор Акилов, Таджикистан. Фаридун, несколько слов после твоего дебюта. Татнефть-арена, дайте шума! Куча вопросов. Давай начнем с того, что ты сейчас чувствуешь, когда побеждаешь при поддержке вот этих невероятных своих земляков. Очень. Ассаламу алейкум всем. В первую очередь хотел сказать спасибо Абузайду Измирадовичу, клубу Ахмаду, моему старшему брату, который сегодня рядом, его нету. Его поддержка очень чувствуется. Акай Раджабали, Акай Тимур. Все мои старшие братья. Акай Ходжи Фуркан, Акай Сайдолим, Акай Фахридин, Акай Фарух. Все братья, которые меня поддерживают. Спасибо вам огромное. И хотел сказать спасибо огромное. Спасибо президенту Лиги ACA, Лигу ACA Асламбеку. Спасибо большое за то, что вошли в мое положение. За 4 дня до боя у меня соперник снялся, и они мне сделали бой. Огромное спасибо. Бои боями, но бой – это мой хлеб. Поэтому, если в гран-при участвовал бы, да, если меня там разрешат участвовать в гран-при, было бы очень хорошо, и охотился бы за сладкими призами. Не спеши, не уходи, еще есть вопросы. Как раз по поводу гран-при. Какой вес? 84-93. Пусть это Рига решает. В каком весе мы будем там и будем выступать. Окей, напоследок тогда еще. Есть ли какой-то, может быть, оппонент в этом или в том весе, который бы тебе был особенно интересен? Есть досрочная победа, есть классный дебют. Конечно, очень много достойных ребят, достойных спортсменов, но сейчас кого-то называть не буду. Иншаллах, в скором времени вы об этом узнаете. Спасибо большое. Ваши аплодисменты, Фаридун Адилов!